Привет! Сегодня хочу вам показать свой кумкват. Ждала 2 дня, чтобы снять видео, чтобы хотя бы какие-нибудь цветочки распустились. Вот так вот он цветет. Очень ароматный, очень красивый. У кого в доме есть цитрусы, те меня поймут, девчонки. Запах, конечно, шикарный. На всю комнату вот тут у него новая веточка. Вот так вот он цветет. Надеюсь, он завяжет мне побольше плодиков, а то этот один-одинешенек висит. Вот. Надеюсь, что будет побольше. Он там весь в цвету. Некоторые уже облетают. Скорее всего, какие-нибудь плодики-то завяжутся. Будем на это надеяться. Потом я покажу, что в итоге получилось. Также у меня тут стоит мой мандарин, который вот уже желтенький-желтенький, ну какой-то маленький совсем. Я думала, что будет побольше. Там у меня кумкватик. Тоже где-то есть несколько маленьких плодиков, но еще совсем очень маленьких, я потом покажу. А это мой лимон. Это вообще, конечно, что-то с чем-то. Каждую зиму он меня вот так вот опрокидывает, я не знаю, как это назвать, скидывает всю листву и выпускает один или вот 2 цветочка. И потом они отцветут. Скорее всего, я их оборву или он скинет их сам. Я не знаю, смысла не вижу, чтобы он тут что-то плодоносил или цвел. Листвы нет, одни ветки. По мне так это некрасиво, это не дерево, это ужас, что. Ну, выкидывать жалко, тем более он у меня в одном экземпляре. У меня больше плодоносящих лимонов нету. Я вот уже полгода думаю себе купить какой-нибудь еще один, и этот, может, кому-нибудь подарить, отдать, продать, я не знаю. Но вот это, конечно, то, что он вытворяет, это вообще жесть. Я не знаю, зачем он скидывает все листья и вот стоит вот такой вот. Я знаю, что, ну, к весне, как обычно, он у меня эти листы наращивает. То есть он стоит не пышной шапкой, ну, листы имеются, листов 5, 6, 8 у него есть, но почему-то к зиме он постоянно их скидывает. Мне это, если честно, не нравится, вот этот вот вид, вот, не знаю, ни виду, ни пейзажа, как говорится. Ну, собрался цвести, я не знаю, что с ним делать. В общем, какой-то он у меня с причудами. Тут у меня стоят вот еще орхочки. Кое-какие у этой орхочки, вон там есть цветонос. Это мой психопсис. О, это тоже будет доращивать цветонос. И зацветет, как зацветет, я все покажу. Тут у меня работает увлажнитель. И тут вот еще стоят некоторые орхидейки. Вот такое вот видео про кумкватик.